Ехаем, ехаем. Запущай. Вечер в хату. Это я ваш шахтер. Сейчас вы будете отвечать на мои вопросы. За каждый неверный ответ один тык моей штыковой лопатой в вашей шахте. Так мы же будем специально неверно отвечать, нет? Дина, ну если ты так хочешь, могла бы в ЛС написать сразу. Я не про себя. А про кого? Быстро переобуваться. Не про себя, ты говоришь, мы, но я не про себя. Я видел там аниме. Я надеюсь, пожалуйста, что там не опенинги, блядь, не будем, и не описание. Не будем, Тереха. Поддержи игру, переходим Терех, по ссылке. Ты, кстати, поддержал, Терех? Опа. Я поддержал. Да? Я вам скину, кстати, карточку, куда скидывать. А Терех, ты полностью поддержал? Свою! Фильмы. Да, свою скинет. Ну да. Поддерживайте. За всех поддержал. Друзья, мы это не играли сейчас? Мне кажется, мы в прошлый раз, хотя мультов там не было. Очень похоже, но не было актеров, актрис. Окей, поехали. Так что погнали там. Давай, Рекорд, ты выбираешь аниме? О, давай, да, давай, я выберу аниме. 800 сразу. Да, сразу с 800 на. И сразу нажимаешь прикольно. Ребят, что по звуку, нормально? Давай. Напомню, давай, что нельзя подсказывать, за это будет порка. Хорошо, нажимай. Кого-то тише, о, громче. Ебать. О, я знаю это аниме. О, я знаю невеста аниме. Чародея. О, я тоже знаю. Невеста чародея. Та самая невеста. Ну все, поехали. Как я не успел наклацать? Ой-ой-ой. Давайте, тогда вот это отвечайте, что это. Ой-ой-ой. Это побоище в спортивном зале. Баскетбол к уроку, понял. Не понял, ебать. Том, не понял. Не понял. Автор, если ты не знаешь аниме, то, конечно, я этот. Это волейбол. Блядь, волейбол. Баскетбол, волейбол, футбол. Ебать, ебальник, смотри, расплющенный справа. Просто мой алхимик. Стальной алхимик. Почему у него нос так низкая? А потому что у них, типа, они же алхимики. Нихуя себе. Все просто. В Лори Клаб. О, даже я это не смотрел. Моя геройская академия. Девочка слева такая, что здесь происходит? Я тоже такой. А что это? А это типа что? О, ну это легко. О, ну это я смотрел. И, конечно, переклацал, потому что создатель. Я не смотрел. Ну и что это? Смерть. Слушай, посмотри, вот оно правда классное. Это аниме, правда классное. Я тоже, да, кстати, я забыл. Я досмотрел, я такой... Вот здесь можно префайром жать. Это да, это, короче, это Кион. Шучу, это Ван Панчмен. Нет, все, засчитывай, Гоша. Гоша. Ван Панчмен. Первое слово дороже второго. Кион, Сеня. Он еще у него плюс 3. Сеня, Сеня. Сеня, очки пыли. В общем, я когда пел рэп, я тогда пел про человека, который убивал с одного удара. И это точно не Кион, потому что глупый только ответ, который не смотрел бы только такой замечательный аниме. Да, Сеня, нахуй ты меня позвал в Си, блядь. Сам позвал, продай, блядь. Это собака с этого выпала. О, блядь. Ура, возвращение инсайза. Как можно не знать такое аниме и знать Кион, я не понимаю. А это... Ой, блин. Это Хелена Бонем Картер. Фух. Ботом, она сказала ботом. Низ. Ты, ботом. Тебя послышалось. Ботом. Елена ниже Картера. Ой, это Сара Джессика Паркер. Да, да, жми, жми. Да, Элизабет. А что это за барышня? Из Walking Dead. Да? Девка из Walking Dead, которая бесит, кстати. Которая бесит, понял. Есть девки из ней из Walking Dead, которые не бесят? О, она была в Лосте. Она была... Есть вообще девки, которые... Это Лили. Жёстко. Она еще Пантин рекламировала. Аванжелин. А давайте-ка фильмы вот так вот. Причем дорогие. Ой, бать. А это... Это Матрица. Точно. Так это Алькор должен был ответить. Так я ответил? Слышала, если Арсений сказал время. Не, я не слышал Арсения. О, это... Ладно. 300 спартанцев. Какая часть? Первая часть. Ну ладно. А кто на картинке? Это Леонида. Леонида. Да. Леонида. Бой. Опа. Как его там? Это Питер Динклейдж. А это не он таскал Форт Бэйр за ключи? Я всегда путаю просто. Алькор, вот это сейчас Рут. Это такое рудище. Да. Оу, блядь. А это кто? Да, это гигалул. Это... Не подсказывай. Это же гигалул.
Это вообще ор, пиздец, вообще дикий. Я пошутил, не засчитываю, типа, 100 очков. Кумовство. О, это ж Гослинг, нахуй. Это Бен Аффлек. Это Райан Рейнольдс? Пытался смутить, да. Я просто недавно смотрела этот фильм с ним, где он в гробу застрял. Ну как застрял, его похоронили. Заживо погребенный. Опа. Ну давайте, берите свои части. Это у нас... Это, наверное, на берегах? Могу предположить. Это третья. Только на краю света. О, я не помню, как она называется. Это 100% третья была. А пускай дешевые мультики. Дешевые мультики. В общем, йоу, это Дора the Explorer на английском. Или Даша Путешественница локализована у нас. Йо. У вас локализовано Даша путешествие? Можно вообще, Димка постоянно будет отвечать? Да, на украинском как было. Мандривницы, Даша Мандривницы. Даша Мандривницы. Даша Мандривницы? Вот. Сеня правильно ответила, ты что-то неправильно ответил. Ну, типа, ах ты Мандривница. Ты что, россиянин? Я как бы на английском отвечал, потому что реп. Ты что, он этот? Я Димкаши. О, я не знаю. Мегамозг или как он там? Да. Или как он там, да. Не смотрел. Любит мультик этот. Вроде говорил, любимый. Вы только посмотрите на этих ультраразумов в чате, которые пользуются мегалулами вместо гигалулами. Я что-то их не наблюдаю, если честно. Это, наверное... Да блин! Лесная братва? Оп! А часть? Лесная братва, говоришь? Слава богу, что я не успела! Вот эта птушка как по-другому. Братва, говоришь, да? Сначала братва, а потом собака сутулая? Да, понятно. Это сезон охоты. Бля, я перепутал мультики просто. Фу. Да, они, я всегда их тоже путаю, там пиздец. Они одинаковые просто. Ну да, животные, а лес, мультик. А сосисочка, собака, в каком мультике? Митрентий. Митрентий, ну... Или сарделечка. Он долго думает, что выбрать. Опа, вопрос со ставкой. Недаром думал. Я думаю, это ва-банк. Алькор, воруй. Да? Алькор, воруй. Я даже фильмы. Оно просто, оно простое будет. Ой, бля, я не говорю с вами. А. Ну это же все знают. Но это же начало. Это оно? Да, это оно. Да? Это начало. А я тебе говорил, Альфор. Это было 300 вопрос. Я бы очень долго сомневался. Начало. Ну, там же Эрин Пэйдж. А что ты еще мог сказать? Да я бы не вспомнил название просто. О, это... Спайдермен против этого, Лепса. Это Человек-паук 2. Георгия. Против Георгия. Видишь, Арсений не засчитал? Да, когда... Если я просто сказал бы, он не засчитал. Это Титаник. Нет. Современная версия? Так бы все и было. Ну ладно. В смысле? Я думал, это что-то... Что-то отдельно снятое. О, это про шахматиста. Гарри Каспар? Он играет в шахмат. Это же Спайдермен. Жертвой ферзем называется. Так и называется, правда? Турецкий гамбит. Ах ты! Мы тебе больше не верим, нет тебе веры. Ах я. О. Ничего себе вырез у парня справа. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, да, шесть, семь, восемь, девять, десять. Слышишь, его глаза выше. Десять друзей Оушен. Я не могу, если бы у меня сейчас айтрекер стоял. Что нахуй? Считал бы. Пересчитывал друзей. Сколько? 13. Посчитал бы такой 10, блядь, сморк. Ну там же разные части, типа в одной там их 10, в одной их там 11. Ну правда. О, это же... Я вспомнила. Рататуй. Смывайся. 11, 12, 13. Ну похуй, там все равно. Смывайся. Стоит перед туалетом и смывайся. Кто стоит? Да, я говорю... Аллегрова. А, послышалось просто. Да. Ну это Нирвана. Ага. А песня? А что-то? Композиция? Конечно. Да. Песня, конечно же, это этот... Рэйп. Smells like Teen Spirit. Teen Spirit, понял. Teen Spirit. У него и другие песни есть, видишь? Rape Me, как тебе Rape Me? Конечно, очень крутая. Да, о, да. Ты не Rape Me, My Friend. Нет, не против. Хорошо. Ну, это же... Это Адель Skyfall. Да. Окей, понятно. У него чуть-чуть раньше играет Дим, поэтому... Будь готов.
Как назвать и того, и того? Да. А, ну тут. Давай, я готов. Фу, да. Подожди, Цесь, ты же обещал отвечать за того, кто первый нажмет. Это не Вов. Значит, так. Красная чашка. Боже, как же их звали? Капхэт, но как их звали? Чашка, ложка, кружка. Может, красный и голубой? Нет, не красный и голубой. Фак. По-моему, ага. В общем, один Магмен, а второй, как игра называется, Капхэт. А как ты, блядь, перекликал мои 1000 нажатий? Я пою нажатий. Йо. Он киевский просто. Вов, за 1200. Он ближе к этому, к серверу, понял. Кто принес миру Варкрафта наибольший ущерб? Алинсайз. Дэдсвин. Артс? Я думал, стрелки переводим тут. Да, на нылую демона. Что случилось с Фростморном? Он же ожил крови. Он... А что с ним? В итоге? Он был расколот. Пустом убить ускорили ничем. А ты знал, он сесть? Да. По нему да, этот уебал. Он, короче, заебись было. Какой город город Альянс? БФА. Или РД. А что такое БФА? Луар Дерон, блядь. Луар Дерон. А ты знал, он сесть, да? Да, блядь. Последний контент. О, без риска. Я ничем не рискую. Йо. Йо. Я могу поддержать игру. Конечно, засчитывай. Тангерас меньше урона нанес. Вам предлагает игру Дока 2. Герас вообще, типа, кто это? Назвать кто это? Да, это предыдущий правитель. Hellscream. Бля, это так легко, пиздец. Дим, ну как можно не знать, это, блядь, это сейчас... Блядь, сейчас, подожди. Джиггернаут. Грош. А полностью? Пингоните, когда Вов закончим. Сейчас. Я помню только из Орка подкастера. Нацкий крик, да. Вот грал, а вот горош. Же, вот да, грал, а вот горош. Да. И если что-то там, тарын-тарын-та там. Я тебе вспомнил, пиздец. Ну сейчас супер легко, блядь. Кто это сказать, да? Ну как это зовут? Король Лич. Полное имя. Блядь, думал, это Артас. В смысле, я сказал Атрал, что вам послышалось, я не понимаю. Секс, это секс. А, вот это я знаю. По фамилии? Вана. А, да. Ну так, милая. Я бы ради нее стал бы этим некрасивым. Кем стал Медив? Он стал самым главным. Вороном. Игалу. Пророком. В смысле, блядь? Он всегда... Да, ну, в принципе, пророк ворон. Ну, ладно. Кто дрался с Артасом у Ледяного Трона и погиб? А, это... Батя его, блядь. Гном какой-то, да? Да, как гнома звали. Как его зовут? Иллидана. Всем привет, кто к нам присоединился. Располагайтесь. Такой гном бежит, ибо я Иллидана, блядь. Артас гномом пошёл и уебал его. Из-за чего Артас убивает Утора? А вот может это как раз вот этот гном Утор? Это его батя. Просто Морт, наверное, берет. Урна для воскрешения. Ну ладно. Может, Warcraft 3 пройти? Не помню, блядь, нихуя. Что пытался уничтожить Архимонд, но так ничего и не вышло. Бля, может быть... На горе Хиджал. На горе? Да, это было на горе Хиджал. Сука, но я думал, что это древо жизни. Ну, это не совсем это древо не оно, жизни. Походу. Это древо, это дерево, но не жизни. Дерево да. Смерти. Там мировое. Я думал, что ты нажал. Мировое. Но это оно, блядь, ну чё. Мне кажется, это только срезано. Давай называть своими словами. Кого Артас убивает, а потом сам же воскрешает? Блядь, нахуй я нажал? Наверное, Сильвану. Нет. Да я нахуй, я не знаю, я даже не знал этого на рандоме Кларксу. Какой типа зада? Знаю. Да. А, да. Ну пиздец. Кел два зада, ебать. Не уверен просто. У меня есть власть, которая и не снилась моему отцу. Кто говорит? Артас. Минитил. Полный. А теперь еще имя, блядь, прабабушки. Так. Прабабушки. Возвращаюсь в игру. Warcraft закончился. Не знаешь... О. Да Тереха, ты заебал мой класс, хэллоу, нахуй, я скипнул, блядь. Вот, чат, вы видите, нахуй, они сидят на серверах здесь, в своей, блядь. Украине, блядь, и их невозможно... Ты просто завидуешь. Вопрос подвоха, блядь. А там не обязательно эта тема, кстати, я что-то заметил, что каждый раз... Да, там что угодно может быть. Приехать к нам сюда, Алькор? Законы? Арсюх, на, класс не надо. Спасибо ему, блядь. Так уже все, можно... Минус 800, ебать. О, Утласт! Приезжай. Арсюха, на, ебать, но. Так а Утласт? Так ты играл? Ну, нет. Кто это? Это доктор Зингер. Блин, я это знал. Эх, что ж ты не мне тогда дал, Терентий? Я это знал. Ну, это доктор. Пиздец, вот ты брат, доктор, да, ебать? Трагер. Да, пиздец, на. Вот один портит с тобой брата. Отношения, а ты со мной портишь. Вот как, нахуй?
Это нахуй Леонардо да Винчи. Ну, он прав. Да. Похож-то как, а? Да иди нахуй, Тереха. Блять, Дима нашел. Ох! Руд! Ебать, Руд. То есть в холостую отправил. Да я видел, как ты клацал, я видел, что ты не успел клацнуть. Пилс! Пилс, аухе! Как я зову? Пилс! Бля, сейчас я тебе скажу. Забайтить да. Хотел. Пилс. Я Луис, точно Луис. Я почти был уверен, что это Луис, я, в общем, блядь, как бы не верю себе. Окей. Я когда отвечаю, как бы должен быть на 100% уверен. Самое сильное оружие в серии СМ-3. Пушка вот это? Только пушка, но хуй знает, может там что-то еще, блядь, было. Пушка СБЦ. Никто бы никогда не назвал название. Serious Big Cannon, походу, как-то расшифровал. Боже. Серьезно, большая. Что это за игра? О, ебать. О, это очень крутая игра, называется она... Ага. Герой Бог. Не, подожди, не время у меня есть. Подумать надо, сейчас я скажу. Герой не торопись. Ремастерит. Ремастерит. Disciples 2. Ебать, это, по-моему, пацаны просто пожизненный, нахуй. Ну кто-то подсказал, да? Подсказал? Нет, я глаза закрыл, если что. Ой, ебать, это не... Эта игра как называется? Я ее проходил на стене. Мне предлагали в нее поиграть. Мне она пиздата. И мозг выносит к хуям. В этом челик где? Античембер, да. Ебать, она очень крутая. Та-ра-ра-та-та-та. Опа! Что, это Escape from Tarkov? Это же сквад. Тренин, ты забыл 18? Я не смотрел в чат. Там такие пушки в сквад? Я понимаю, но он все равно написал правильный ответ. Блять, а что ну, это там отстреляют на 3 часа за правильный ответ, если кому дать халявный хачков? Дайте Сене, Сеня знает. Смотря что знает. Там. Артём, ты не хочешь? Он хочет. Нет, конечно хочу. Хочет. Хули, блядь. Сеня, блядь. Выбор, сейчас сам не, я могу не дать, если ты не хочешь. Дай ему, дай ему. Очень хочу, давай. Ну ладно. Брат, ментальная связь. Да. Ты знаешь эту игру? Игры за 500. Это... 3 часа слишком мало. Ну, охуенная игра. Прототип. Какая а правильно? Часть? Это вторая часть. Это тайп. Там по этим, по иконкам понятно. И какой это из них? Ну, а, это Assassin's Creed 2. Ну, это Counter-Strike Source. Говорится, хуй железо, пока горячо. Как это? Хуй железо, да. Трих-код, что это? А. Кто это? Это Hitman. Агент 47. Да-да-да. Бать, это намеки на игры, типа? Это разное. О, вопрос с секретом. Оставляй. Так там нельзя его оставить. Ах, какая досада. Ладно, тогда дам Диме. Она уже хотела вопрос с секретом. Да. Вымершие животные. Что? Вымершие животные? Да, я как раз специализируюсь. Я же думаю, сейчас акула будет. Так. Быстрее она здоровая. Огромная акула. Так, а большая белая акула, она... А, подожди, это этот... Да, я уже сказал, нет. Тебе сказали уже, да. А что ты сказал? Сказал. На М, да? Да, на М. Блин. Мивина. М. Мимимишная. Сейчас. Она такая мега-шарк. Мега-акула. Мегалодон. Бэби-шарк. Бэби-шарки, да. Мега-ладонь, вот такая ладонь. Бэби-шарки. Так. Давайте разные. Мы поэтому с инсайзом ночью не купались. Бэби-шарки, да. Чем заканчивается игра Лимбо? В смысле? Это же спойлерище. Она начинается заново. Ну, тем же самым, что и было в начале. А что было в начале? Ну, там ты типа спасаешь, по-моему, свою сестру или что-то такое, или девушку какую-то, и она типа начинается просто заново. Жесть, да. Чаты, закройте уши. Ну, это будет вопрос, кто убил Лору Палмер? Это Вьетнам, если что. It's part of mine. Ага. А при чём здесь факт живу? Вопрос. Этот, вспомнила. Это лига, но тут у нас анекдот, пожалуйста. Знаете, чем дрочат мегалодонны? Мегалодонью? Да. А кто пошутил? Модератор мой, могу отмонить, если да, мой отмонник. Ну а какой ник, просто интересно. Дарфов.
А, это... Музыка из игры. Откуда? Игра называется на... Начинается на М. А, я даже знаю про краски. Из 4, 8, 12 букв. Пэйся. Тоже нам... Связанная с машиной. А, все, я знаю. Я знаю. А что сказать? О чем игра? Подсказать? Это квест. Да, охуенно, спасибо. Это квест? Я могу сказать? Я тоже могу сказать, но подожди. Я тоже могу сказать, не поверите. Он должен знать. Так это же только для Арсения. И он ничего не потеряет. Это машинариум. Про краски, нахуй? Причем краски? Нет, это вначале сказал, подумал, что про краски. Опа. Потом сказал, что это квест. Подвел брата. Дабстеп ган. Не верю, блядь, тебе. От Близзардов. Блядь, это Близзардов или Дабстеп ган? Да. Это от Близзардов игра. Пиздец, нахуй ты сказал, ё-моё. Дабстеп ган. От Близзардов, значит, что? The Lost Vikings. Overwatch. Кура сноба в чат, если знаете, и Сморка, если не знаете. Нихуя. Хули нам. О, блядь. Слушай, Дабстеп, значит, Старкрафт. В чате не писали, Тереха, так что банить некому. Ага, смотрел, значит. Надеялся, помогут. А классная тема. Смотрел в чат, да, надеялся, что... Так вот, МВ2? В этой игре много выбивает двери. Это код. Один персонаж. Капитан Прайс. Осталась на часть. Капитан Прайс. Какая часть? Код, я же сказал. Это какая часть? Modern Warfare? Какая? Вторая, третья? Первая. А, нет, блядь, сука. С первого раза. Сам в себя не поверил. Вот что значит. Ребят, сюда верьте в себя. То есть в таком месте что-то. Таня в сделку не входил. Ну, значит, Мафия 2. Йо. А, блядь, подсказка была. Да, переклад. А я в это время банил челика. Я думаю, как ты угадал, типа. О, да, очень-очень знакомая. Сейчас, блядь, мы только вчера о ней говорили с Данкой. Сейчас... Вот дал бы нам послушать еще. Да. Нет, я помню эту игру, сейчас. Что-то такое квестовое. Пам-па-па-пам-пам-пам-пам-пам. Блядь, сейчас. Блин, и такое полусказочное. Тоже сейчас пытаюсь вспомнить, блядь. Очень знакомая. А, блядь. Тренти уже помнит. Дон Старф. Прям, блядь, вчера разговаривали насчет этой игры. Пиздец. Хуй вспомнишь, когда... Правильно. Да, в часике хорошо вспоминать. Мне не писали. Ебать. Майнкрафт? Да все стало ясно. Это моя жизнь. Да, блядь, на сервер не заходит, блядь, что один, что второй, твоя жизнь. Да я играю, ты че? Печень же, это про напитки, что ли? Ну, он типа сначала сказал не бейте, потом ай больно, потом печень. Ну, типа его запиздит. А, я такое не обратила это... внимания тогда. Такое. Оригинально. Опа, оружие рыл. Логотайпс, языки, живот. А вымерших нет? Будь умным. Будь умным. Ну, давайте будь умным. Давайте будь умным. Будь умный, Дина. Давайте не будем. Мы сейчас будем умными. Вопрос подвоха. Нет, вот я не хочу. Я самому богатому, хотя, может быть... Давай. Дай Сене, Сене должен догнать. Не, давайте самому богатому дадим. Ой, зря. Ребус. Бля, ребус. Это еще и пока решать. Да ну. Ну. Лерка. Очень легко, пиздец. Да-да-да, это вообще изи. Груша. Черт подери. Ну ты, конечно, да, долго было. Да-да-да. Лёха не умный, он старый. Он мудрый. Вы животные. Ой, ебать, это... Ой, да. Это... Да нет, бля, блин! Это полевая это... мышь? Нет. Это самая мышь. Это... Мышь. Нажала? Это выхухоль. Там это выхухоль. Это пиздец название у него. Там это выхухоль. Это не... По-моему, ребят, по-моему, это бандикут. По-моему, это бандикут. Да ладно, нет, не бандикут, серьезно? Димас, давай, Димас. Да это лухохунжин, читая хуйня, блядь. Ну, огонечек. Блядь, это выхухоль. Думаю, ну, бандикут это как-то очень похож. Полевая мышь. Баран. Баран. Горный баран. Да. Ну нажмите уже, блядь, легкий ПТС. Ладно, это горный баран. Получается, не жизнь не учит, нахуй. Блядь, все понял тебя. Это ты инсайд. Муфлон. Муфлон? Что за муфлон какой-то? Я больше не поверю тебе никогда в жизни. Может, надо сначала быть умным?
Давай, Сеня, оставь себе. Это не я. А, дайте Сене. Дай Сене. Дайди. Это он. Он себя узнает. Надо Димасу теперь. О, там жабка будет? Топят меня. Нет, не топи. Животное за 600? Ну. Креветка. Это креветка. Королевская креветка, наверное. Нихуя. Не может быть. Да? Да ладно! Это вот за 600? Омар. Я думал, это лунгустин какой-то. Омаева. Омар там, да. Блять, это... Да и что же не успевают? Шок. Понятно. Угу. Это за 1800, да? Угу. Да. Угу. Иса. Май. Это да. Снежный барс. Когда нужно нажимать, чтобы обогнать? Прикол, понимаешь? Как только нажимает на вопрос. Когда у меня появляется картинка, у них вокруг ника появляется розовенькая. Угу. Ой, не розовенькая, а оранжевая. А, это? Это попугай. А какая порода? За породу там только плюс, как бы, ну, поэтому это попугай. Ну, а можно за породу взять? Африканский полосатый. Разноцветный. Ара. О чем ты, ара? Можно мне за породу ара, пожалуйста? Так, африканский, так и переводится. Ох, ебать, сколько пацанов умирает в чате. Африканский полосатый на английском, то есть П полосатый. Просто ты, а это просто. Орнитологи в чате есть? Оу, какой? Это запрещенный в России синий кит. На территории российского государства. Какой? Ты что, не видишь, что он не синий, лол? Голубой? Нет. Ты все перебирать будешь? Ты большой? Нет, синий, подожди. Да? Большой кит, да. Синий? Это синий. Нет, это не синий кит. Не синий, значит, не синий. Это... Нажал. Белый кит? Нет, это не белый. Да, блядь, как так? Бля. Может быть, это большой синий кит? Нет, вот скорее большой синий кит. Твою мать, а что это так? Мы все-таки голубой. Блин, бля, это просто кит. Да, это просто кит. Понял. Понятно, да, да. Они тебе называют. Конечно, собака. Точно. Животные. Чем так известна голландская операция? А, это про голландский штурвал? Наверное. Да, да. Что за результат? Она провалилась. Была произведена одна из крупнейших за всю историю десантных высадок. Провальная. Дата столетней войны. О, она шла 100 лет. Элит. Там элит подвох. Года до 453-го. 1337. Да-да, там подвох. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Как нет. Мимолетное видение, как гений чистой красоты. В смысле неправо, я не поняла. А зачем ты рассказываешь мне? Мне нужно было сказать, кто это. Так ты бы спросил, может, ты бы спросил? Ева. Может, ты бы спросил? А там цитата заканчивается, Дима, ну очевидно же. Ты видишь? Давай, вот, цитата заканчивается. Инсайз, верни! Верни. Я сижу, тебе стихи зачитываю. Очки это пыль. Его девушка сидит. Дай мне пыли, пожалуйста. Не вернешь? Я тоже буду кричать, верни. Видишь, это работает, Арсений. Ну что нужно сказать, Инсайз? Да, что нужно сказать? Ну, что это, что это такое? Формула энергии. Сейчас да. Что-нибудь другое окажется. Блядь, Ирех, ну ты физик, конечно, пиздец. Это эквивалентность массы энергии. Блядь, формула энергии, эквивалентность массы энергии. Ну, сори, ебать, но я тупой просто, я не разбираюсь. 8 классов, пацан. Автор 15-летний капитан. О, блядь, все знакомые пиздец. Так, это, по 2 капитана ебать. Каверин, а 15-летний... 15, by the way. Верно. Инсайз, верни. Ого. Это, а нужно сказать язык или что значит? Это язык. Хорошо, что... Инсайз, не успел нажать, верни. Я в Москве живу, я знаю. О, без риска, заебись. Сейчас будет оружие простое, я забуду его название. Фанфал, готовься. Скар... Аш. Эль. Или Эль. АР-15. У меня еще даже картинки нет. Ебать. Ебать. Ого. Конечно, да. Чувак. Если ты не назовешь, это потеря просто. Бля, ну теперь все... Просто шок. Дим, если что, я тебя порицать не буду. Да хуй из них тоже хуй кто знает, блядь. Ну это ж Сайга, ебать.
Похоже на Сейгу, но это не Сейга 100%, блядь. Не может, это название там какое-нибудь. А на G36 тоже похоже, смотри, да? Там типа модель и, скорее всего, вот, все. Это, короче, блядь, пеколучный луч. Это я не знаю название. Нет, там патрон под этот, под дробовиком. Арага 21. Дамирка, нельзя. Я такое... Дамир, когда добавят? Ну, Хаспум, я не знаю. Это СВД. А может, СВДМ? Блядь, а может, ты нахуй вернешь очки, если неправильно? Может, ты нахуй пойдешь тогда? Этот. О, ебать. Это, да, имитар 21. Да. Тар-21. Да. Тартар. Им стартуешь, блядь. Хочу спагетти с тартаром. Спагетти с тартаром? Когда добавишь? О, это... Нет, да, это ой. Это Дамир, какой? Что там по короне? Это он. Что, блядь, никто не знает? А 12. Да ладно, 12-го... Дамир кибан за подсказки. Твол другой, нет? Или... Ребят, я сморка, если не знаете... Я загуглю, погоди. Сноба, если знаете. О, ебать, Сеня, ну такое в Таркове даже есть. Ну это... 133-й или 870-й? Кто? Ну, М870. Кто? Ремингтон. С папки в Таркове. А вот это есть в пубге. О, ну я знаю, кто шарит в пубге. У нас здесь есть так-то люди. Дина, блин, да? Не надо, не надо, не надо. Да лет. Наган, отвечай, Наган. Ну, Арсений. Ну, Арсений. Значит, СССР. СССР. Так, что там за циферки такие? Что там за циферки? Я только что кричал. Возле барабана смотри. Там написано. Кто прочитал, тот сдох. Я сижу как дура, вглядываюсь в монитор. Ну так что это? Ну сказали, наган, револьвер нагана. Да, детка! За подсказки минус 1000. Кто подсказал? Сними очки, Инсайс, сними очки. Так я не видел. В смысле, я не слышал подсказок. Не понимаю, о чем. Когда Арсений скинул тебе вопрос, я просто кричал... Кричи наган. А вот тут вопрос. Я думал, у вас там разборки. Нужно назвать перевод или какой-то язык? Язык. Я тебя люблю, английский. О, как мило. А это было признание сначала? Да, да, он Сайзу сказал. Он любит. А я к Теренте обращался. Обичам те. Обичам те. Раду бы сейчас нажал. Опа, молдовский? Ага, наебал тебя. Про собаку это он не шутил, между прочим. Здорово. Тиамо. 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 Это значит испанский. Тиамо. Это значит нихуя, это не испанский. Блин, да? Это не испанский? Это порту... Бля... Вот это я забайтился. Бля, ты же меня обманул. Я обманул, что это португальский. Так ты это не португальский? Какой? Ну ты мне скажи. У меня есть два варианта. Какие? А первый это португальский, а второй другой, короче. Так какой? А пускай будет португальский. Я думаю, итальянский сейчас сказать. Блядь. Спасибо, душевно. А если это итальянский, йо? Ну да. Да это точно не итальянский. А, да? Спасибо, спасибо. Блин. Ну, я просто поверил тебе, видишь? Да. Бывает. Ой, это Xbox старый значок. Это Walkman. Sony Ericsson. Нет. Sony Ericsson. Блядь, да сука. Так, срезаю нахуй. Не жми, нет, все, все, все. Верни. Я сказал Walkman. Верни. Не дам. Верни. Вы недостаточно настойчиво просите. 2800. А у тебя сколько? 1500 он был? Похож, кстати, на Xbox. 6, короче. Так вот нахуй. Вообще не похож. Похож. Да, не похож. Выбирай. Украинский. Ого. Во, деба... Вот это вот радуга тупо. Польский. Блять. Чего? Да? Я польский в школе учила, вот это я помню, значит. Рынок же был, звонил вам 100 раз до чеби, ник не подносил слухав. А нахуй тебя учили? Ну, в смысле, преподавали. А что там за... Я скордик. А почему у них D и D? Взяли английский алфавит, но добавили русскую букву. Ну, ты явно, что скандинавская. Мне кажется, просто это распадка, типа, ну. У нас, типа, нет поддержки той. Можно.
О, так это что? Ну, это мастер-кат. Для всего остального есть... Для всего остального есть Сенины неправильные ответы. Это Пепси, кстати, да. Сенин вырвался вперед. Сенин, пора тебе, блядь, подъебать. Пора, блядь. Опа, блядь. Оставить тебе. Ловлю. Я беру свои слова обратно. Если что, готова. Конечно. Я готова! Я готова! Дина. Дина, говорит. Промазал. Бля, Инсайс, что ты нажал? Мистейк. Не пизди, я ничего не нажимал. Арсений. Уже второй нож в спину. Да ладно, извини, Дин. Радон. Знаешь? Он вообще отошел на ФК. Он сделал вид, что он отошел. Анкор. А? Чего? Ты гуглишь? У тебя там... Я отошел. Я даже, блядь... Кот в мешке у тебя. Лошадь танцует на значке машины. Давай, где она танцует? Блядь, я машину не знаю, нахуй. Я УАЗ, ВАЗ знаю. Ну, это не у вас определенно. Это похоже на Волгу, да. Астон Мартин тогда. Астон Мартин? Там S написано и F. Может быть, на какую-то из этих букв название? Сан-Франциско. Вот именно. Короче, не знаешь, понял. Я машин вообще не знаю, блядь. Вас, вас. Это Феррари. Феррари. Изейша. Бык. Это Ламборгини. Это, конечно... Дольче Габбана. Это Шанель. Да Гуччи. Как тоже тут... Арсений, ты даже Шанель похитил. Дин, разыгранные все вопросы, Сеня, с победой. Алькор, я поняла, нет, просто нужно жать заранее, да. Просто сразу. Даже как так, ты думаешь, выиграешь ли ты финал? Блин, ну сложно сказать, если честно, я не претендую на победу. Я думаю, нет. Кто удаляет? Дина, убирай. Так, котягар, мы не подсказываем сейчас. Минус Ведьмак. Ого. Крамер, уже едет доедать тебя. Только не подвиги Геракла. Более опасную угрозу я не слышал. Бля, подвиги Геракла было изи вообще. Я так и знал, что Дима уберет, блядь, сука, историю. Ну что за человек? Мы смотрим ТВ, ебать, с вами. Кто не ставит ол... Телевизор. Ол-ин тот пусть. Поняли, да. Телепередача британцев про машины. Этот. Британцев. Британцев. Да, вы не перепутайте. Ну, я знаю единственную передачу о машинах, поэтому... Да, тачка на прокачку. Ага. Шоу до выхоноса. Шо ты? Найс байт и Грега. Не, неправильно, я уже посмотрел даже. А у меня правильно? У меня не открытая стрима. А, я думал, так. Тебе... Нет, тебе не... Там в британцев говорят новая передача про машины, если что. Ну да. Мне кажется, там та самая передача. Я только одну знаю. Передача. Они что, ирландцы? Да, ну да, хуй знает. Я других не знаю передач, если честно. Тина Блин говорит, это Топ Гир. Да, истинно так. На твоих трех тысяч ПТС. Бля, я единичку поставил. Я надеюсь, что все остальные поставили единичку. Надеюсь, Серега, короче, с Димой тоже поставили по единичке. Один. Так. Ты что, неправильно ответил? Не понял. Инсайс, а ты что не прочитал? Почему ты не зачитываешь ответы? Ты мог это все понятно. Ты мог узнать. А Сеня, блядь, поставил не все ПТС, да? Походу. Не, пошутил. Нормально. На последний я думал, что Инсайс в конце минусет. Спасибо большое. Очень приятно поздравлять. Особенно потому, что я выиграл. Надеюсь, билеты на концерт у меня останутся. Конечно, первый ряд, как договаривались. Дай ему вип-ложе, пожалуйста.